Мечеть на улице Карла Маркса подожгли. К такому выводу пришли специалисты после проведения экспертизы. На месте предполагаемого поджога, а по данным следствия, он производился со стороны Новгородского проспекта, обнаружены следы горючего. Найдены следы нефтепродуктов. И данный факт сейчас проверяется, каким образом они туда могли попасть. Напомним, пожар в центре города произошел 17 июля. Ремонтируемое деревянное здание мечети тушили около часа. Огнем было объято около 300 квадратных метров.